Здравствуйте. И опять сегодня я с этим проигрывателем, но что-то меня понесло. Нашел у себя пластинку TNCC, сборник 72 по 78 год. Слушайте, ну вот мне было лет... мне было 16 лет в 75 году. Я ее поступал в техникум, услышал ее, эту группу впервые. Где-то мой сокурсник Валерка Котов достал эту пластинку, я к нему пришел, но просто загорелся. Не знаю, так понравилось. Сейчас вот поставил и тоже ловлю кайф, но хочу с вами просто поделиться. Ну вот, кому не нравится, прошу прощения, но просто интересно. Итак, поехали послушаем. Down your pride.
You got me.
right. I heard a dog voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. I don't like it.
Oh,
Ну вот, все отключилось. Что я могу сказать? Видите, прослушали почти полчаса. Прошло записи 28 минут 10 секунд одной стороны пластинки. Но смотрите, какая музыка. Красивая мелодика, аранжировка. Ну, как бы такая-то фантазия в ритмическом рисунке. Все богато, красиво, спокойно. Чувствуется, с нервами людей, с психическим здоровьем было все хорошо. Это не сейчас, это монотонные какие-то индейские пляски. Я не знаю, конечно, но... Это убивает иногда, просто какая-то заводящая музыка непонятная. Ну, тут спорить не буду, кому что, но тем не менее, вот я выбрал для себя именно такое звучание. Кому нравится, я как бы всем привет передаю, кому не нравится, я сожалею и приношу свои соболезнования. Ну, на этом, пожалуй, все. До свидания и до новых встреч.